Здравствуйте, дорогие телезрители, в студии, вернее, в комнате Владимир Маденов. Это я, автор Алаборн. Хочу поздравить вас с Новым годом, с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего хорошего, самого счастливого, благополучного, богатого, денежного в наше такое время. Естественно, чтобы у вас не было желания правительства выгнать куда-нибудь в отставку. Ну, хотя, конечно, в принципе, у нас у всех такое есть немножечко, да. Ну, в общем, об этом мы думать не будем. Главное, чтобы в Новом году сбылись все наши мечты, надежды, самые тайные, чтобы ни в коем случае вы не расставались с вашими близкими, друзьями, чтобы не переезжали в другие города. Вот мне надо уехать куда-нибудь, потому что я здесь уже не могу, надо. И в Новом году вас ждут много новых музыки и программ от Алаборн. То есть от меня и от моих друзей, которые все это вместе делают. Ну, в принципе, как делают? Ну, помогают делать, да. В принципе, все держится на моем энтузиазме. Я себя не рекламирую. Это просто ходячая самореклама. Ладно, до свидания. Всего вам самого доброго. Я пошел наряжать елку. Я вот еще как бы так не все закончил. Перезаписывать не буду. И отпрыгивать назад тоже не буду. Лучше проверну назад эту запись. Нет, лучше не буду. Все. Пока! Более хренового выступления вы, конечно же, не видели, но я уже не хочу А что? Вы уже сняли?